ulici a na ulici. Zapadá slunce a na ulici. Chodci se září je červenými obliči. Старых стереотипов и новый бизнес мафиозной среды. Возможно, политологи найдут связь сложившейся в России ситуации с нынешними арабскими революциями, но лично я слышу в происходящем прежде всего эхо крушения железного занавеса, отзвук политических перемен 89-90-х годов. Поэтому я уверен, что необходимо в первую очередь убедить граждан России в том, что режим, который преподносится под видом демократии, никакой демократии не является. Этот режим отмечен лишь некоторыми крайне формальными приметами демократии. Не может быть и речи о демократии до тех пор, пока власть оскорбляет достоинство граждан, подминает под себя правосудие, средства массовой информации и манипулирует результатами выборов. Но самой большой угрозой для России было бы равнодушие и апатия людей. Напротив, они должны неустанно добиваться признания и соблюдения своих прав и свобод. Прага. Сейчас
Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatímco těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř všechny. Обращал свои надежды к некой внешней силе, ожидая, что она решит за него все его проблемы, столько раз горько разочаровался и был вынужден признать, что никто не поможет ему, кроме него самого. И вот опять вышла ошибка. Та же иллюзия. Похоже, они впрямь верят, что Горбачев приехал сюда освободить их от гусака. А царь-реформатор тем временем приближался к тому месту, где стоял я. Невысокий, коренастый, эдакий симпатичный шарик, возможно, только казавшийся таким рядом со своими могучими охранниками. Он выглядел слегка растерянным и беспомощным, улыбался, как мне показалось, искренне, и махал нам как-то заговорщицки, причем практически каждому из нас в отдельности, каждому персонально. И тут новый сюрприз. Мне вдруг стало его жаль. Я представил себе его жизнь. Вокруг целый день малосимпатичной физиономии охранников, программа наверняка напряженнейшая, бесконечные встречи, речи, переговоры, необходимость беседовать с множеством людей, помнить их всех, отличать одного от другого, бесконечно произносить что-то остроумное и одновременно правильное, за что мир, ожидающий сенсации, не мог бы ухватиться, чтобы использовать каким-то образом против него, необходимо все время улыбаться и посещать.
Вот как сегодня, всякие представления. А он вместо этого наверняка предпочел бы отдохнуть. Да еще и выпить после такого трудного дня нельзя. Но я быстро подавил свою жалость. Я сказал себе, он сам этого захотел. Он знал, что его ждет. Значит, такой образ жизни ему по душе, иначе он не встал бы на этот путь. Горбачев, человек, который так хвалил в Праге одно из худших правительств, какие имела эта страна на протяжении современной истории, шагает совсем рядом со мной, машет, дружески улыбается, мне вдруг кажется, что машет он именно мне и улыбается тоже мне. И третья неожиданность. Внезапно я осознаю, что моя учтивость, которая велит мне ответить на приветствие, оказалась проворнее моих политологических размышлений. Я растерянно поднимаю руку и машу в ответ. Шарик вкатился в свой лимузин и умчался в нем со 100-километровой скоростью прочь. Толпа расходится, люди вполне обыденно тянутся в кабачки, куда они и держали путь, когда наткнулись на этот аттракцион. Я с собакой иду домой, задумываясь над самим собой, и тут настает время четвертой и последней неожиданности. Я совершенно не корю себя за свое робкое помахивание рукой. У меня же действительно нет никакой причины не ответить на приветствие просвещенного царя. Ведь это две разные вещи – ответить на его приветствие и откреститься от собственной ответственности, перекладывая этот груз на его плечи. Thank you.